Друзья, всем привет! Я уже покрасилась. На самом деле, только что с улицы пришла с почты с огромным пакетом, с огромной коробкой. Сейчас хочу вместе с вами распаковать, потому что я даже не знаю, что там. Я посмотрела только что, посылка пришла из Новосибирска. Вот. И сейчас мы с вами вместе ее распакуем. Но сначала я вам покажу. Зашла в магазин заодно, покажу вам покупки. Меня просила подружка зайти, ну и, в принципе, по пути я тоже хотела туда зайти. Очень понравился мне шампунь Natura Siberica с облепихой, но, к сожалению, его не было вообще, шаром покати. И я очень расстроилась, но у них завоз в воскресенье, то, может быть, в воскресенье привезут, если буду рядом, то еще зайду обязательно. Все-таки он гораздо дешевле, 50 рублей за огромный литровый пакет. Вот, и что я взяла? Взяла новогодние елочки, 9 рублей. Так, из новогоднего еще взяла вот такие вот звездочки, тоже 9 рублей. Здесь 6 штучек, и елочек тоже 6 штучек. Дальше взяла вот такую маску. Она идет, я так понимаю, тканевая, и плюс здесь еще крем отдельным таким маленьким пакетиком. Крем для лица и шеи. Здесь маска, да, для лица и шеи. Попробую. Маска Вилента, все их хвалят, я такую еще не пробовала. По-моему, она мне стоила 50 рублей. Так, еще взяла вот такую масочку для рук. Тоже она тканевая, как такие перчаточки. Надеваются на руки и через какое-то время, 15-20 минут, снимается. Тоже не пробовала, тоже Вилента. Если пробовали, расскажите, как вам, понравилось или нет. Сейчас посмотрю. Маска для лица, даже не 50, маска для лица стоила 19 рублей, а маска для рук 49. Так, еще взяла вот такой наборчик для дизайна ногтей, но мне не для ногтей, а для творчества. Здесь один стек и две кисточки, одна маленькая кисточка и одна вот такая веерная. А наборчик, по-моему, стоил 29 рублей. Дальше взяла вот такой блокнотик обычный, тоже 29 рублей. Они, к сожалению, все в линеечку, но, думаю, ладно, мне все равно для записей нужен был. Так, еще взяла вот такие вот, не видела раньше, по-моему, тоже по 29 рублей. Так, сейчас. Нет, даже нет, даже по 19 рублей, но там вообще все дешево. Крем-масло для тела и рук с гранатом. Почитала, вроде бы производство Санкт-Петербург, натуральный состав. И еще одно такое же с персиком. Вот, запаслась, они были по 19 рублей. И взяла огромный пакет, просто пакетище с лаками для ногтей. Лаки были по 9 рублей. Еще несколько лаков по 9 рублей. И один лак по 29 рублей. Это я не знаю какой, они все разного размера. Я думаю, что вот этот вот красненький стоил 29, а остальные по 9. Ну, что как бы показывать, они все разные. То есть производители все разные. Я взяла не для ногтей, для творчества. Вот, ну, в основном, вот какие тут. Вот такие маленькие. Вот эти вот и вот эти, я думаю, что они по 9. И один у меня большой лак. Вот этот вот, он, наверное, 29 стоил. Здесь, кстати, не видно, а вот производитель.
Вот, в общем-то, разных цветов. Как-нибудь покажу вам, может быть, DIY сниму, может быть, какой-то творческий влог. И покажу, что я с ними делаю. И сейчас давайте приступим к коробке, потому что я в предвкушении, что там пришло. В принципе, у меня есть некое подозрение, да, но я в нескольких фирмах делала заказ и сейчас в ожидании посылок, поэтому очень интересно, что же там пришло. Так, упс, вот, распаковала, открываем. Что тут? Тут много всего наложено, я поставлю рядом, буду доставать. Так, чтобы у меня тут все не свалилось. Сначала идет, запах какой пошел, обалдеть. Это пришла мне посылочка от компании Шоконат. Здесь такая, как газета, журнал. Я думаю, это каталог. Да, тут много всего. Сделаю отдельный обзор, все будет. Так, дальше что? Дальше список того, что я заказывала, в каком количестве. И еще вот такая брошюрка. Здесь новая у них новинки. Программа с ягодой Годжиш от серии Шоконат. Тоже такая брошюрка с информацией. Все почитаю, посмотрю. И достаем. Упаковано очень хорошо. Давайте, наверное, будем сейчас с вами вместе распаковывать. Постараюсь это дело как-то более активно. Очень хорошо упаковано в пленку, чтобы все это дело не пролилось, никак не повредилось. Оно не повредилось при пересылке, все целое. Так, это у нас крем-активатор для лица вечерний. Так, здесь у нас 50 миллилитров, это я брала для мамы, 45+, их должно быть 2, вечерний и дневной. Вот такой красивенький маленький флакончик, удобный дозатор. Нажимаешь, небольшое количество вытекает. Тоже будет отдельный обзор, все расскажу. Второй крем, тоже крем-активатор для рук и ногтей. Это получается тоже 50 мл. Они идут комплексом. То есть наносится этот как дневной и тот как вечерний. Пока не буду распаковывать, очень это все хорошо запаковано. Покажу пока вам. Так, дальше идет. О, такая красивая баночка. Она немножко открылась. Но ничего не вытекло. Красивая такая банюшечка. Значит, здесь у нас шоколадное масло-бальзам для сухой, увядающей кожи лица с омолаживающим эффектом. Ну-ка, откроем. Приятная такая консистенция, как масло прям. Ой, запах прям белого шоколада. И баночка такая красивая, хорошо закрывается. Можно потом использовать. Так, дальше идет маленькая баночка. А тут я не сказала. Здесь, по-моему, 60 миллилитров. Дальше идет маленькая баночка, 20 миллилитров. Она, к сожалению, протекла. Прям вот через край крем вытек. Здесь у нас молочная крем-сыворотка для кожи вокруг глаз против отеков и мимических морщин. Она, правда, запечатана, я не буду открывать, но она протекла. Вот так, следующее. Вот такая огромная банка, она запечатанная. Ой, все так приятно пахнет шоколадом. Так, это у нас крем для бюста шоколадный, моделирующий с лифтинг-эффектом. Он запакованный, красивая большая баночка, здесь 150 миллилитров.
Так, и что у нас осталось? Здесь купырка. Купырка нам пригодится. Так, газетка, газетка. А еще туда положили подарочки. И в подарочек положили вот такие вот масочки маленькие. Сейчас посмотрим. Да, они разные. Значит, крем для лица антиакне со спирулиной. Вот такой маленький. Крем-суфле для лица золотой ультраомоложение. И гель-маска молочный шоколад для любого типа кожи. И все так просто обалденно пахнет шоколадом. Вот такая у меня была распаковка. Обязательно будет отдельный обзор. Все попробую, расскажу. Я в предвкушении. Все очень пока что нравится. Посмотрим, как это все будет в действии. Вообще, я очень наслышана тоже об этой фирме Шоконат. И все хвалят ее. Очень качественная, натуральная косметика. Вообще, косметика из Новосибирска. Вот все компании, которые новосибирские, они все довольно достойные и делают все хорошо и качественно. Так, еще хотела показать крем. Активатор для рук и ногтей, синтез коллаген, выработка коллагена, разглаживание кожи рук. Это я для мамы взяла. Не распаковывается никак. Очень качественно запаковано. Хорошо, что ничего не протекло. Вот только один кремушек маленький протек, но это уже... Может быть, он просто жидкий или плохо закрыта крышка. Но он запакованный, то есть там наклейка сверху. Если эту наклейку не сдирать, то так крышка не открывается. Вот. В общем, вот такой вот кремушек для рук. Вот этот комплекс, я повторюсь, взяла для мамы. У нее очень тонкая кожа на руках и... Очень часто травмируется, поэтому я взяла ей в подарок попробовать. Вот, отдельный будет обзор, так что подписывайтесь, кто не подписан, чтобы не пропустить. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!